Прошлой ночью пропала женщина. Мы обнаружили тело. Отпечатки? Отсутствуют. Как и голова жертвы. Он называет себя Снеговик. Явно проблемы с психикой. Думаю, он преследует женщин, чье поведение осуждает. Одно мы знаем точно. Для него это игра. Надо найти способ выманить его. Будь осторожна. Мы не знаем, с кем имеем дело. Он все время за нами следил. Лепит снеговиков, режет вещи на мелкие кусочки. Он дразнит нас. Если мы его не найдем, это никогда не закончится. Пропала еще одна женщина. Мы упустили какие-то моменты. Эти события сплотили нас. Очевидно, он пытается что-то скрыть. Пока пазл не складывается. Ты мог их спасти. Кто здесь? Я оставил столько подсказок. Снеговик.